Всем привет, с вами Пятница 7 и я Андрей. В этом видео мы покажем и расскажем о контейнере для приготовления яиц в СВЧ-печи. По случаю приобрели его для приготовления двух яиц. Вот такой контейнер. Здесь описывается даже способ приготовления в СВЧ-печи. Производство Россия, изготовитель АО «Полимербыт». Теперь давайте вместе приготовим яйца в микроволновке. Для начала мы снимем вот эту бумажку. Так, сняли. И теперь тщательно помоем перед приготовлением. Вымыли наш контейнер. Берем яйца, тоже тщательно помытые. Вытягиваем шкарлупу, если, конечно, попало туда, чтобы потом на зубах не хрустело. Так, поправляем, чтобы по центру было. Здесь поправлять нечего уже. Добавляем 1 чайную ложку воды. Подсолим. Немножко по вкусу, подсолили по вкусу, ну, можно зелень добавить, желток желательно, чтобы находился по центру. Прикрываем, ставим в микроволновку при мощности 700 или 750 ватт на 50 секунд. Так. Вот прошло у нас 50 секунд и оставляем на 10 секунд, чтобы он постоял. И после этого включим еще на 20 секунд. Ух ты, красота какая у нас получилась. Так. Достаем и смотрим, что у нас получилось. Жиденький был внутри. Желток остался. А здесь, так как он у нас был уже лопнувший, он у нас такой и остался. Что можно сказать? В принципе, получилось у нас приготовить. Разлетелось то яйцо, на котором желток был лопнувший. Скорее всего, желток должен быть целый. Учтите это. Есть еще один способ приготовления яичницы просто на тарелочке, без использования контейнера. И мы это покажем в ближайшем видео. Ну, в принципе, если не считать то, что у нас микроволновка вся в яичнице, ну, приготовить получилось. Ну, и отмыть придется микроволновку. Спасибо за просмотр нашего видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, делитесь с друзьями. Спасибо всем, Пятница 7.